Всем привет! С вами Арсений, интернет-магазин Tukent и наш новый видеообзор. Сегодня мы рассмотрим ящик от компании Aelita с названием «База». Основное отличие этого ящика от предыдущей модели, который, ну, даже не предыдущей модели, от родительницы этого ящика, это отличие, это отсутствие пластикового кармана бокового и столика, который шел в комплектации с ящиком Aelita. Также отсутствие компаса, отсутствие термометра, ну, вещи, которые, в принципе, не каждому нужны, включая кармашек и ящик. Хотим сказать, что ящик выполнен у нас из, скажем так, не совсем пластика, это специализированный материал, можно сказать, что это просто толстая пленка, которая не боится мороза, на морозе не лопнет, не треснет, ничего. Вот сверху у нас на ящике наклеена пенополиуретановая накладка, вот, чтобы можно было на ней сидеть. Скажем так. Размеры ящика у нас получаются 27 сантиметров на 40 сантиметров и на 39 сантиметров высоту. Сам по себе ящик оснащен таким ремнем с резиновой накладкой, которая обеспечит надежную фиксацию ремня на плече и не будет лезть в ваше плечо. Ящик состоит, как и ящик Aelita, из двух частей. Ну, то есть нижняя часть, нижний отсек, в котором, как видите, поместится все необходимое для рыбалки. То есть снасти, термос, бутерброды, рыба, пару кирпичей, чтобы я не знаю. Все на защелках. Верхний отсек у нас представляет из себя, можно сказать, большой пенал, в котором может поместиться все необходимое для рыбалки. Вот. Тут и 4 пенальчика размерами 9 на 16, вот, без дополнительных перегородок, в которые вы на свое усмотрение можете расположить все, что вам потребуется. Вот. Это большой отсек, который можно использовать под удочки для зимней рыбалки. Вот. Есть прорези, которые, в принципе, производителем предусмотрены для заряженных зимних удочек, например, в балалайке. Ну, как видите, размер небольшой, поэтому надо подбирать или удочки, либо смотреть, как компоновать уже в ящике. Вот. Сюда спокойно поместятся мотыльницы, там различные приспособления, которые могут вам понадобиться во время рыбного лова подлёдного. Вот. В комплектации идут 4 перегородки пластиковых, которыми вы можете разгородить большой отсек. Ну и, соответственно, вот этот отсек вы можете также поставить по необходимости, в зависимости от того, какой размер отсека вам нужен. Вот. Ящик надежный, простой в эксплуатации, вместительный. То есть, вы можете, идя покупая такой ящик, вы можете быть спокойны, что у вас поместится все необходимое для зимнего подледного лова. Интернет-магазин Tukent рекомендует ящик для зимней рыбалки от компании Aelita «База».